В здании администрации состоялось вручение паспортов юным жителям муниципалитета. В этот день юноши и девушки вместе со своими родителями собрались на торжественное мероприятие. Поздравил с этим событием их лично глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Впереди у каждого еще огромное, длинная, насыщенная, интересная. Я очень надеюсь, что результативная жизнь. Я вот хочу пожелать, чтобы этих, с одной стороны, трудностей, которые вы будете преодолевать, а с другой стороны, тех самых побед, больших, маленьких, неважно, их было много, их было десятка, сотни, чтобы вызовы вы эти принимали, достойно справлялись. Кроме главного документа, молодые люди получили памятные подарки. А чтобы этот день запомнился, участники мероприятия сделали общее фото на память. Наравне с такой большой ответственностью у меня достаточно много возможностей. Пока что я не знаю, кем хочу стать. Я достаточно хорошо учусь, изучаю все, что можно, много книг читаю. Родители ребят отмечали, что их детям повезло, ведь сами они получали первые паспорта в менее торжественной обстановке. Когда сдавали документы в МФЦ, нам предложили получить торжественный паспорт, от чего нельзя было отказаться. К тому же вручает глава администрации. Согласно законодательству, первая замена паспорта произойдет по достижению 20-летнего возраста. Дмитрий, книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.